Всем здравия! На связи канал Фризера. И начнем подборку багов и находок с начального видеоролика игры Metro 2033 Redux. Все выглядит симпатично. До одного момента. Если смотреть повнимательнее, то обнаружим, что у разломленного бетона зависает в воздухе непрорисованная текстура. В этом же интро может произойти такой звук. При передвижении камеры по станции есть шанс услышать чей-то голос от перемотки. В последующих загрузках больше такого не слышал. После того, как с Мельником вышли с концертного зала, можно уловить кривую сцену с автомобилем. Если подойти к одному забору, машина с Мельником пройдут сквозь все препятствия. В оригинале броневик сбивает ограду и не создает ломаную картину. Занятную вещицу можно разглядеть у оружейника на ВДНХ. На прилавке валяется подсумок с возможным пистолетом. Или пистолетом-пулеметом. Подобрать, конечно, нельзя, но осмотр стоит внимание. Сам подсумок ничем не примечателен, но из него торчит пистолетная рукоять от автомата Калашникова. Планировали ли разработчики самопалы с такими рукоятками? Или они всего просто-напросто взяли готовую модель? Нам, увы, не суждено узнать. Было бы вполне хорошо увидеть такое оружие в будущем разрабатываемом игре по этой вселенной. На Рижской словил такой баг. Ты что смотришь? Куда ты смотришь, а? В первом вылазке на поверхность с бурбоном, при подходе к сталкерскому тайнику висели заметные стыки в текстурах стен. Также есть вероятность, то на этой же локации мутанты могут застрять в текстурах. Спаси. После встречи с бурбоном в здании с воротами, у одной стены летает лишняя текстура крови. А теперь расскажу о багах, которые не удалось заснять из-за выключенного программы записи. Может, кто встречал подобное явление, поймут мои слова. Момент отбития атаки упырей над резину. Из-за непонятного бага Женька может не выдать двустволку. Сразу говорю, это было на уровне сложности нормально. В мертвом городе возник случай, когда главный герой начал задыхаться. При этом, вкручивая фильтры в противогаз, он не восстанавливал дыхание. В конечном итоге игрок умирал. Не иначе торговцы с Ганзы подсунули Артему просроченные фильтры. А на этом все. Не опускайте руки. До связи. Подсчет.